Сказали, что загорелось от трубы. Крыша горела, сено загорелось, потом крыша стрелять начала. В 6 вечера загорелось. Вышли на улицу, соседи пожарную вызвали. Соседи пришли, пожарная приехала. Нас на ночь поместили в вагончиках. Ну а сегодня сказали поселять нас с детьми в санаторий, а маму со старшим в дом престарелых.